Доброго всем времени суток, с вами Тексер. Dreadful River. Продолжаем плавание. Куда течешь ты? А, вот туда все. Удалось добыть. Ой, сколько всего плывет. Давайте-ка я повоюю немножко. Первый предмет экзотический. Вы по течению-то очень дурьяно плывете-то. Вы знаете об этом? Так что можно. Я теперь понял, как их добывать. Их добывать и зачем их добывать. Но зачем и так было понятно. Поэтому продолжаем плыть. Видимо, надо нанимать людей будет еще. Что у меня не полный комплект. Апгрейдить плот. Ну и все такое. И таки искать дальше эти предметы. Особо забавен будет, видимо, апгрейд плота, потому что я не знаю, куда можно апгрейдить плот. Но вот у него эти появились решеточки по стенам. По стенам. Борта. Бортики. А что дальше-то будет? Тут какие-то есть робкие упоминания о катапульте. Что у меня будет? Катапульта на плоту. Да идите вы в пень с своим динамитом. Что он к вам приплыл? О, вот так, да. А знаете, что интересно? Что у моих персонажей почему-то сейчас все вылечилось. Я надеюсь, что этот человек, который только что был болен, не сдох. Ладно, плывем дальше. Лодок все больше. Ну, что-то такое проходили. Может, плавающие вышки видели в прошлый раз, когда еще там до большого обновления. Мерсенарий. Ну, давай. Я, правда, очень сомневаюсь, что у меня денег хватит. А, касались лишним у меня. Хо-хо-хо. Колдуна мне, пожалуйста. Спасибо. Так, погодите. Понятно. Арбалеты, луки. Так, понятно. Дрыны. Мате Ленбак. Так, погодите, это еще не все тоже мне. Одежка. Это все хуже. Тут понятно. Тут зачем? А, файк у меня магических нет. Я понял. Да, поплыли. Ну, дрын я ему дал хороший. Там... Ой! Лепить по ним. Напали. Нормально. Это что, залогово колдунов злых? Уходим. Это тоже не дураки, от динамита уходят. Отлично. Но немножко меня побили слегка, но это не страшно. Можно было бы брать того валяющегося на берегу, но было. Переживу. Так, тут что у нас? Тут я бы сказал, какие-то руины. Птичьим взглядом все это окинем. Не, ничего нет. Так, ну что, побарыжим. Маджишн. Ну, маджишн тоже ничего, ему сейчас можно втюхать. Так, маджишн. Немножко зелья маны. Да, хотя нет, здоровья-то не надо было. Мухомора, колбаса. Вант. Это хреновый вант. Большую ману нафиг. Вот это. Вот это. Фуфайку надо у него купить. Вот чё. Мед. Мед, наверное, да?
Так, дрын. Не пойму, почему я его никому не снарядил. Пусть пока у меня пройдет. Вишню, цветочек, морковку, клевер. Три хреновины, два гриба. Так, отлично. Что у меня с фуфайкой? 7. Стейтли роуп. Давай. 12-2 тоже. Давайте будем сейчас все хорошо. Так. И давайте посмотрим по посохам. Вот у меня такой дрын есть. Вот такая вот эта штука есть. Фигню одет, понятно. Вот у этих все хуже обстоит, поэтому меняем. А что мне сделать, чтобы ему это дать? А, все, я одел. Я так понимаю, мне ему посох надо дать. Все, вот теперь поменял. Давай, может, мы здесь что-нибудь толкнем. Видите, и дрын. Нормально. Поплыли дальше. Ну ничего так. Крепчаем. Смотрите, они выздоравливают, когда спят. Это прекрасно. Так, ну те по берегу могут бегать сколько хотят. Да, стреляйся туда. Выпилено. Так, еще дрын себе добыл. Ну фиговый. Так. Кого-то выпилили. А, остались копейщики. Новообречены. Мне что, бортом для выстрела поворачиваться? Что-то как-то это странно. Они вперед не стреляют. Так, это что, это город? Или что это? Я думаю, город. Эх, мне побарыжить-то нечем тут в городе, что обидно. Так что сразу дальше поплывем. Ну, тут ни о чем. Ни о чем. 8 рыб, кстати, надо будет их пожарить. Тут, кстати, тоже ни о чем. Ключей нету, да? Да, ключи возьму. Пойдет. Все-таки торговец пригодился. Я забыл про ключи. Кузнец. Starling Round Shield. А, в общем, мой хуже, да? Ну, вот этот брахол точно хуже, это точно хуже. Эпик. Ну, я себе смотрел. Одну оставлю. За косарь? Сорок пять. Погодите. У меня нехорошее предчувствие про этот меч. Так, 398 минус 550. Вот это интересная штука. Heavy Armor за 700. Я так и минус, а сразу уйду. Так, арбалет забери, пожалуйста. Это так минус, а уйду. Ну или лучников снарядить. Проблема, знаете, в чем? Ладно, возьму. Проблема в том, что я не пойму, что у меня по деньгам. Маджишн, дрын возьму. Рекруты. Берсерк. Катапульт. Вообще странная штука. У меня будет катапульт на плоту. Все равно узнаем. И я вот не могу ничего продать. Так, погоди, встань. На причал. Дай все-таки изучим вопрос. Вот у меня мега меч есть.
У меня такой же эпик. Я за 500 могу его загнать. Да, ну, видимо, только трейдеру. Луки тоже не уперлись. Вот, пошли по кольчугам. Так, эта кольчуга определенно лучше. Так. Любому можно. Вот так мы нарядили. А, слушай, на кого угодно можно надеть, да? На всех вообще. Щит 2. Этих лохов-то и нету. Вот если я бы все продал уже. А, пардон, можно. Стой, Файршторм, стой, я к тебе. Трейдер, давай. Так, вот эту фуфайку. Трейдер, все. Куинец. Вот это я денежку-то вернул, хорошо. О, другое дело. Ты что-то меня разозарили прям. А там апгрейд платана будет ждать. 1000 за 3. Пока не нужно. Ну, посмотрим. Да, 2900. Наверное, есть. 2900 будем апать. Что поделать? У меня какая-то команда магов прям собралась здесь. В основном колдуны. Ну это хорошо, им стрелы не нужны. Так, это руины замка. Значит, не похож, пещеры какие. Что-то хреново попадаете, ребят. Ай! Бабах. Так. Колдуна просто смели. А там кто? Там чье ХП нарисовано? Ладно. Морковку из воды спасли уже, хорошо. Так, слушай, надо крафтом заняться, может. Скрафтить рыбы. Тут какие-то странные вещи появились. А, сортировочка, хорошо. Стрелы могу, да. Стрелы хорошо. Погнали. Так, у меня есть место еще для одного человека. А вовремя. Так, там ящики, я вижу, буянит. Так, надо народ покормить чем-нибудь. Колбасой, например. И, например, не знаю, рыбой. И еще рыбой. Все. Рыбоеды теперь сытые и довольные. Погнали. Ну что, раззариться еще на одного колдуна, и в принципе все, я полностью экипирован. Интригует некая катапульта. 3000. У меня апгрейд плата дороже стоит.
Я представляю, какие для него снаряды нужны. А еще есть тот, кто стреляет пулями. Я их еще не видел. С другой стороны, колдуна всегда можно уволить, взять на его место катапульту. Так, это кто? Это маджижит сидит. Да вы охренели так пулять-то? Отъехал? Молодец. Вот того теперь давай. Вот так со всех бортов жахнули. Так. А, трейдпост. Трейдпост хорошо. Куда ж ты плывешь-то, Ерт? Я вроде как это пристыковался, а он говорит, нет, ты не пристыковался. Плыви дальше. Так, трейдпост, давай что-нибудь продавать. Что-нибудь продавать, что-нибудь покупать. Доски не нужны. Бревна не нужны. Рыбу оставлю. Наедаться-то мне надо. Так, тут вообще... О, а, 8-1. Он красивый такой на вид, да, но 8-1. Greater, small, small продадим. Так. И все, собственно. Все, 45 денег тоже, в принципе, нормально. 1200. Тоже добыча. Так, погнали. Ну, пока ничего нет. Вот так вот постройка. Так, пойду-ка я направо. Чтоб... Вот там что-то светится. Кто-то с кем-то дрался. Ай, стукнулся. Ну что, давайте высадку, что ли. Живем. Живем. Нормально. Кто там? А, лучник. Вали его. Так. А что, тут кого-то убили уже. Без меня. Он там тут побитый стоит. А, это лодка. Которую место убила. Отъехал из батлюка. Это же собака. Все, кончились. Так, а тут ничего и нет, я бы сказал. За что боролись-то? За сундуки. Сундуков нет. Нет сундуков. Может, на том острове есть. Пойдем посмотрим. Так. Всем жрать. Плывем дальше. Сразу спать упали, он настоящий солдат. Я бы там с кого-то вещи не подобрал, ну ладно. А тут может быть даже подземелье будет. Островок такой интересный. Ну давай. Пум. Высадку. Погнали. Ну да, ну да. Подземелье. А сундука все равно нет, да? А сундука все равно нет. Ну пошли. Народ, вас как-то мало. Ладно, поехали. Во, поперли подземелье-то, да? По одному за другим. Тут ничего. Ничего. Да ладно. Другое подземелье по виду. И это прикольно.
Ну понятно, что оно рандомно генерится, скорее всего, но все равно забавно. Грибы. Динозавр какой-то. А, у меня ключи есть. Ой, я с ключами пришел. У меня все хорошо. Так, тут что? Добыча нормально. Что-то что-то интересное было. Так, кувшины надо собирать. Кувшины это не декорация. Ну, из них можно что-то поднимать. Ящера вобрали. Идем дальше. Ух ты, елки. А, здравствуй. Но я думал, будет хуже. Так. Эти просто светятся. Там ничего. Тут бочка. Там тоже ничего. Череп тоже пустой. Запалка, непонятно. Ладно, маги только светятся там в темноте. Мои. Идем дальше. Со здоровьем все нормально. Дварфы. Явные дварфы. Так. Меч рунами светится. Вообще красота какая, да? Тут ничего. О, там что-то красоты неземной. Привет. Но у меня эпический меч какой-то. Как бы сложно победить. Здравы все, все здравы, отлично. Так, тут кувшины декоративные. Там чего? Ничего. Идем дальше к красивостям. Калиточку открыли, посмотрели по сторонам, все хорошо. Залутали артефакт номер 2. Какое-то жалкое рубище нашли. Так, это дорога дальше, погодите. А сундуков-то я немного, этих сундуков ключей-то я немного взял. У меня 2, по-моему, ключа всего. Кувшин? Нет. Это ничего. Тут ничего. Пошли дергать за рычаг. И вышел к старту. Ну что, нормально покатались. Никого не оставили. Никого не оставили, все хорошо. Так, ну давайте сейчас экипировку. Сначала на плот, потом... А, остался, смотрите, халявщик. Он сейчас скажет, что он охранял. Так. Погнали. Что у нас есть из мечей? Royal Guard Spear. А, это копье. Так, тут есть кому. О, все хуже, да? Это здорово. 12, 12, 13, 12. Любому. Отлично. Кольчужки. Никого. Все, все можно продавать. Плывем дальше. Неплохо, неплохо. Хорошее подземелье. Главное, достали второй кусок чего-то эпического. Ну, того, которого 7 надо. Зачистили подземелье. А я так понимаю, в бетку я играл, когда мне вообще не светило подземелье найти. Их просто не было тут. На сундуке плывут, тоже неплохо. Против течения, ага. Забрали. 2 полена.
На берегу кто-то сидит. Ну, я, наверное, так на скорости прохвачу мимо. А вот лодка, да, лодка фигово. Валите их быстрее. Вот так, да. О, мерсенари. Стоять. Колдуна взял себе. Так. Ну, давайте мы его сразу снарядим. Восемь, двенадцать. Вот, дрын я ему не нашел, а... Фуфайку не нашел, а дрын нашел. Погнали. Так, продолжаем. Ну, еще и хватит. Пожрали будут. Ох, сколько-то вещь плывет. Да погоди ты. Блэксмит, давайте продадим все. Армор не нужен, копье у него уперлось. Это тоже. Это вообще как надо зажать и продать, не знаю как. Вот так. Есть что-нибудь нам нужное? Ни хрена нету. Значит, купим наши денежки. А там ящиков створить плывет сколько вообще? Это все, что я тут набил, видимо, пока там лазил по подземельям, оно копилось по дороге. Плывем. Я хочу это собрать. Там что-то горит. Возможно, еще одно подземелье. А, нет, там город впереди. Ромбик. Ну, какое-то сельское поселение. Ладно, у меня все есть, в принципе-то. А, новостей тут нету. Торгаш. Торгаш, купи лук. Купи серу. Купи ткань, купи поганки, купи кости. 11 маны. Здорово. Мне столько не надо. Так, груши. Ну, не знаю, груш пусть. Нафиг. Одну продам. Ой, у него денег сколько нет. Погоди. Вот так. Остальное другим продаванам продам. Покупателям, вернее. Меч возьми. Деньги нет. Ой, деньги. Мне ничего не надо, короче. Так. Значит, что-то я трейдеру не допродал. Но тут вариантов не было. Так, Magician. Забирай нафиг. 12. Я вроде выдал, так что забирай нафиг. Забирай нафиг. Мне роба нужна. Роба, по-моему, нет. Хороший. Поэтому в деньги. Все в деньги. 8. Нафиг. У него... А, вот есть. Slightly Rock. Давай сюда. Так. Сила, ума, могила. И 10 игрушек. Ну, нормально, то есть я при деньгах еще остался. Все хорошо. Так. А рекрутировать никого не будем. А, понял.
Займитесь. Ты это и якорь-то брось. Так, поперли. Да, робо у меня в ходу. У этих все хуже. Ну, в принципе, а смысл мне одну робу продавать? Нет? Поехали дальше. Так, все, полный экипаж. Я больше натыкать уже не могу сюда никого. Поэтому... Ай! Берег не трогай. Летим. Маги посохами светят. Самые экономные ребята. Ничего мне не надо. Не стрел, ничего. Заклинания я им что-то менять не могу, что странно. Там вроде несколько заклинаний на посохе нарисовано, а я не могу менять. Опачки, опачки, опачки. Что там слева-то за замок? Ну, пойдем его осмотрим. Ну, что-то наверняка есть. Так, кто у костра останется, тот дезертир. Работает. Так. Я так понимаю, кладенец у меня на долгое время самое крутое, что есть. Погодите, там что-то такое. А, туда по реке можно доплыть, естественно. Так, вы идете? Эта толпа гномов за мной идет. Наверняка еще кто-нибудь отстанет. Ну, телега стоит, а там козлы стоят внутри. Ну что, гномы, готовы? Пошли. Ва! У-у-у. Вы злые колдуны и чернокнижники. Ты кто? Ты мой? Мой. Ты не вокруг обошли, молодцы. Всякое собрал. Молодцы, молодцы, босс не бросаете. А там чего? Ну-ка пойдем. Ой, там чистокол какой-то, смотрите, интересно. Я вся собираю просто весь дамаг. Живы? Живы. Ну, потому что если не я, то кто? Тут какая-то постройка, смотрите. Че, ее штурмом можно взять? Или как? Давай, давайте, холм, хороший, стреляйте. А я тут это живым собирателем дамага стою. Все? Или там еще что-то осталось? Да ладно, надо мясо мне вернуть. Все, погнали. Винище тоже неплохо зашло. А чё спин-то? Нормально, чё, не все проснулись на атаку? Захвачено. Чё захвачено? Зачем захвачено? Вы что-нибудь понимаете? Я нет. Я только что захватил замок. Можно я тут буду жить и нафиг это королевство не откроюсь? Ничего, вы толкаетесь, дайте пройду. Сундук я только что открыл, да. В сундуке ничего хорошего и не было. А, там тут еще лесу сидит. Валите его. Сим провозглашают местность своей. Все. А что, забираешься? Нет, не забирается. Зачем я захватил? Зачем оно мне вообще?
Злобен я безмерно, похоже. Тут чё? Ничего. Ладно. Вообще забавно. Причем крепости реки не видно. Я просто решил сойти с этой стороны холма и вот нашел себе. Прикольно. Барахла много. Я так думаю, у следующего крафтера я плот проапгрейду. Бежите. Бегу. Братва и кольцо. Ой, елки. Что творится? Не-не-не, не ходите туда. Там обрыв. Впрочем, возможно, вам путь. Так, смотрим. Ну, еда, понятно. Эпический меч. Это тот, который можно за 5-ку продать. Но арбалетчиков у меня нету. Равноценные. Все. Ну, прям. Огонь. Знатно. Помародюрил. Я думал, просто мне башня достанется. По-моему, башня еще что-то осталось. Вообще отлично. Так, крафтеру продать ничего нельзя, поэтому сейчас нужен торгаш, потом крафтер. Здравствуйте, торгаш. Бортовой. Другой бортовой. Валите его. О, отлично. Что там, еще кто-то был? Так, это Magician. Сейчас мы ему ненужное толканем. Так, винище, кстати, офигенно апает. Такой посох уже есть. Давай. Хворост на стрелы, ну не знаю. Как бы, надо. Так, ты что можешь? О, робот давай сразу. 10 сам носи. 8 тем более сам носи. На тебя полено. На тебя вот это, вот это. Вот это, вот это. Вот это, вот это. Вот это, вот это, вот всего. Вот этого, 5-го, 10-го. 24 деньги все с тебя поимел. Ну, с тебя фуфайку поимел, на самом деле. Мана поушен. Смол мана поушен. Давай смол ману нафиг. И одну вот из этих двух. Ну, чтобы денег с ним побольше. А знаете, что-то... А, он не все покупает. Он не все покупает. В том ли дело. Так. Фуфаечку, пожалуйста. Переодели. Ну, вообще, надо еще кому-то. Ну, самый толковый трейдер в городе. Он берет, по-моему, вообще все. Так, хрен меня не город, мне еще одни руины. Мне лучше скоро некто будет, наверное, складывать с этим подходом. Так, давайте глянем, тут что есть? Тут ничего нету. Вообще, на этом острове, похоже, на мелком ничего нет. Вот и башни круглые, у них пусто. Тут что-то может быть. Ну, люди есть. Раз люди есть, значит, они что-то охраняют. Правильно? Правильно. Блин, ну только не застревайте. Так, надо что-то сожрать ему дать. Чарку перед атакой. Так, погнали. Ну, какие-то все битые тут. Ох, ты что там плавает. А вон еще плавает. Ну, это до башни я дошел. А, они всех вывели. Мило. Как бы мне вас всех оставить? Самым ходить помбродерить. Я сундук хочу, сундука не вижу. Тут как корабли выбили всех просто.
Может быть, на том берегу что-то есть. Ладно, чего, будем с плота атаковать корабли. Опять дождь. Погода портилась. Поплыли. Вон там что-то происходит. Сундуков не вижу. Так, ну тут, наверное, надо сначала выбить лодку или не надо выбивать лодку. О, подземелье еще одно. Здрасте. Ты что за вампир? Надеюсь, мои все живы. У меня ключей нет, вот что. Как я сундуки-то буду открывать? Понимаешь, не все сундуки открывают с ключами. Вот, ключами открывался. Ладно, что, давайте еще одну подземку. Я думал уже заканчивать серию. Ну, раз подземку, давайте подземку. Плотнее, плотнее становимся. Лифт скоро отправляется. Там шляпа его, что ли? Качается. Что-то прям подземелье поперли со страшной силой. Пойдем. Да прибудут с нами ключи и отмычки. Здрасте, у вас все дома? Пусто. О-о-о, вали его. Там рукопашник. Таких видали. Вперед. Тут пустой подземелье, вон урна стоит. А вон звездюли бегают. Урна хорошо. Из урны не надо, в урну не надо ключ. Садите в него. Ты моего мага-то не трогай. Я это не просто так стою. Я к магам... Эй, не пускаю там. Пустите, пустите, пустите. Ничего. Уши. Пока я отворачивался, труп поудобнее улегся. Они его сюда выпихали. Так, ладно. Ничего нету. Ничего нету. А, охрана есть? Охраны нет. А знаете чего? Реликвий никакой нету. Эй, ты, бард-министрель. Где реликвия-то? Что-то ты впустую пришел. Ну, собственно, и вот. Подземка бесполезная, у нее ничего не было. У предыдущего какой-то щит светился, а у этого нет. Гопники. Блин, смотрите, они остались. Уйдут, не уйдут. Че вам не так-то? Забаговались, походу. Ладно, я думаю, они телепортнутся. Теперь эти забаговались. А все теперь забаговались. Я думаю, телепортнутся. А у них луки светятся, смотрите, рунами. Рунные луки. И хухры-мухры. Так, что-то я тут без этих, без сокровищ. Без... как они называются? Ну, то, что мне собирать надо. Вот это, 2 из 7 так и осталось. Ладно, что имеем? Мечи. Да, еще один эпический меч добыл. Все, продавать нафиг. Вообще все нафиг продавать. Стоп, что-то зелененькое было. О. На единичку. Ну ладно.
И мне не жалко. Так. Тогда все, давайте на этом тормознемся. Замок обшарен. Там крепость плавает, передвижная. Правда, еще вот тот. Ладно, давайте пока не... Пока плыву дальше. Надо посмотреть, чего тут. Ну, чтобы разобраться полностью с этой заводью. Нет, там ничего нет. А что тут? Они спят, и я сплю. Все, все проснулись. А я быстрее плаваю. Все, мне понадобилось разгоняться. Все и так хорошо. Так, ладно, на якорь. Ну что ж, на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.